300 квадратных метров огороженного забором пустыря на окраине Дашково песочни. За алюминиевыми листами лишь бурьян. Активисты Общероссийского народного фронта задались вопросом, что это за место. И как выяснилось, еще в 2011 году объект был поставлен на кадастровый учет как оздоровительная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка совершенно в заброшенном состоянии, никаких работ не ведется. Но отсюда возникает вопрос, выделялись ли бюджетные средства для организации этой площадки. А почему такая площадка организована на окраине города? Эта площадка удалена от школ и детских садов. Тем не менее, если она числится как специальное место, где дети с ограниченными возможностями здоровья вне своего дома хоть ненадолго смогли бы почувствовать себя комфортно, почему она уже 5 лет зарастает травой? И дело не в том, что у нас мало таких детей, просто город для них не приспособлен. Здесь нет возможности нормально перемещаться и вести полноценный образ жизни. Зато есть такие удручающие места, как некий ответ на вопрос, знает ли город вообще о жизни этих детей.